Удобно вам? Да. Так, ну поехали. И прям еще пошире. О, супер, супер. 47-й прорезывается и корец. Давайте, не открывайте. О, супер. Хочу ваше внимание обратить. Большое количество налета на зубах. Вот этот налет мягкий, он со временем превращается в кариес. Под вот этим налетом начинают появляться меловидные такие белые пятна, которые потом превращаются в кариес в области пришеек. А, в первую очередь это сотрудничество плотное с гигиенистом. В большей степени он занимается тем, что обучает и контролирует правильность домашней гигиены, потому что именно домашняя гигиена – это залог здоровья зубов. Ездит, соответственно, нужно проконсультироваться с ортодонтом, врачом, который вам подскажет, что в этой ситуации делать, потому что клык не будет расти на свое место, вот он уже хочет вот сюда куда-то выбраться, а эта двойка уже развернулась не так, как нам нужно. Есть кариес на 7-м зубе наверху справа, мы его вылечим. Таким образом я насчитываю 4-5 кариесов, которые нужно полечить. Зоя, что скажете? Направлю вас? Ну давайте.